So, right there too. Okay. Beautiful. How about the sound? How about right now? Бежала, у нее не было ни дома, ей надо было бежать дальше, в ближайшее селение она зашла, просилась на ночлег, и одни люди пустили ее. Пустили ее на ночлег, и она оставалась там, видно было, что дочь умирает. И в конце под утро умерла дочь, она раздела для нее, вырвала своими руками яму, захоронила свою дочь туда. И с другой дочерью побежала дальше. Сегодня должны быть наши сердца благодарны Господу, что сегодня в такое время благоприятное мы хороним близких. За то, что мы сегодня можем много иметь рядом с собой друзей и сочувствующих нам, которые могут соболезновать нам, делиться своими печалями, своими переживаниями. Возможно, они когда-то проходили это. Бог дарует это время благоприятно. Порой мы не замечаем этого. Мы понимаем, что как бы было вчера, и сегодня день не отличается друг от друга. Но мы должны с каждым восходом солнца благодарить Господа. Сегодня я хотел бы зачитать место Писания. Так написано. Написано, Экклезиаст пишет в 7 главе со 2 стиха, с 1 стиха даже прочитаем. Доброе имя лучше доброй масти, и день смерти, дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Экклезиаст, наимудрейший человек на земле, исследовав это, он говорит, что лучше ходить тебе в дом плача, нежели в дом пира. Сегодня живущие на этой земле, возможно, и молодые люди могут не соглашаться с этим. Кажется, дом пира куда веселее и приятней, что находясь в дом, ты не видишь как бы этой тесноты, горя, переживания людского. Ты чувствуешь себя свободным, радостным. Но говорит Экклезиаст, что живой это приложит к своему сердцу. Вы знаете, когда находясь на этом месте, мы узнаем о наших близких, о наших братьях и сестер, о наших старцах, мы узнаем гораздо больше. Порой мы судим всякого человека, которого встречаем, возможно, даже в церкви. Мы судим своим судом, определяем его духовный уровень, и так мы считаем, а потом, как он говорит, возможно, говорит проповедь, а об этом человеке мы судим так. А его семейство, смотря на его наследие, на детей, мы судим о человеке так. Но Священное Писание говорит нам, не судите и не судимы будете. И порой вот этот день смерти, он показывает в наших глазах совсем иную сторону человека. Сегодня я, зная сестру, зная ее как жену, брата нашего служителя, который очень близок мне, и я думаю, что узнал на этом месте, я думал, он близок мне, он похож чем-то на моего отца, у него отношение служителя совсем не такое, как я видел у многих, но он, оказывается, близок ко многим. В нем находили многие свою сердцу утешение, поддержку, утверждение. Но жена, кто поддерживал его в этом? Его поддерживала жена. Свидетельствует о том, что она была гостеприимной, настолько гостеприимной,
что я узнал, когда рассказывал сын, что говорит, принимали цыгане, то уму человеческому кажется не подвластно это. Господа Иисуса Христа спасешься ты и весь дом твой. Оно так твердо и истинно. Сегодня мы порой уверуем и видим, когда уверовал один человек в семье, какой-то не так все складывается в его жизни. Порой разочарование, как умер первый ребенок, и кажется, Божьи суды какие-то, и так говорит. Так многих христиан сегодня постигает это, когда начальный путь христианства, когда они веруют в Господа, начинается определенное испытание. Сегодня молодых людей, которые решают в сердце своем, буду служить Господу, изменю свою жизнь, доверю ее Господу, встречаются трудности, а порой разочарования, и часто отступаем. Но Священное Писание говорит, если ты будешь это делать, спасешься ты и весь дом твой. Священное Писание не говорит о том, что это случится завтра. Священное Писание не говорит о том, что это случится через год. Но оно говорит, что спасешься ты и весь дом твой. Часто слышу на этих служениях, сложное служение похоронно, мы слышим свидетельство о том, что люди, которые при жизни родители, возможно, так и не пришли. И люди судят об этом. Говорит, не исполнилось то слово обетование, которое было когда-то Бог сказал им. Но впоследствии Бог делает свое дело через молитвы родителей и матерей и приводит их к Господу. И через них спасается следующее поколение. Сегодня, через этих двух людей, некогда лишившись, встать на путь истины, путь спасения, пришло спасение во все их поколение. Слава Богу! Я бы хотел, чтобы сегодня мы вооружились тем же словом, жизни своей. Я буду исполнять Слово Божие. Возможно, чего надо нам не исполнить. Я буду исполнить Слово Господа. Спасемся. Спасусь я. Сегодня с вами добрый урок, потому что находимся на этом пути. Знаете, я вспоминаю одно место Священного Писания, когда Петр и Иоанн шли в храм. Этим, когда они зашли в этот храм, они увидели хромого человека. Этот хромой человек надеялся, что ему получит от них. Но написано в Слове Господнем, что они увидели веру его. И Петр им сказал простые слова: серебра и золота у меня нет, но то, что я имею, я тебе даю. Хоть все-таки мы с вами слышали свидетельство о добрых даяниях сестры нашей, которая имела, что давала. И я думаю, это передача этого доброго слова, а самое главное, свидетельство своего жизни, своей жизни, послужило к тому, что она воспитала дочерей и сыновей, которые сегодня находятся с Господом, которые являются служителями Господними. Я думаю, что это радует сердце Господне. Я думаю, что в этом ее смысл жизни и награда пред лицом Господним. Братья и сестры, пришло время для того, чтобы тело нашей сестры предать этой земле, потому что всему свое время. Давайте мы с вами совершим эту молитву, прося милости и утешения, и доброго примера для каждого из нас, ибо мы с вами еще на пути. Давайте мы принесем наши ноги и совершим. Аллилуйя тебе, Господь. Благодарим тебя, Господи. Благодарим тебя за этот прекрасный день. Благодарим тебя за эти добрые примеры. За этот свет, Господи.
Мы сегодня просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господи Боже, Духом Твоим Святым, прибудь близко, прибудь рядом с сердцами скорбящими, Господи Боже. Пускай Владыка сегодня, Господи Боже, в этот день, Владыка оставляет доброе вспоминание своей маме. Господи, не только они, но и мы, Господи Боже, могли взять эти добрые уроки, что на этом пути, на этом времени, которое Ты оставил для каждого из нас, мы должны пройти его, Господи Боже, оказавши всю верность Тебе, потому что там, за пределами этой земли, есть добрая вечность, которую Ты ждешь детей своих, сыновей и дочерей своих. И ныне, Господи Боже, пускай, Господи Боже, в эти прощальные минуты, Владыка, может быть, минуты скорби, Боже, минуты тоски, Господь, это доброе утешение и радость надежды посетит сегодня всех нас, и особенно родственников, Господь, которые на этом месте, во имя Иисуса Христа, мы за все Тебя благодарим, вечный и добрый Бог, Отец и Святой. Аминь. Братья и сестры, пришло время для того, чтобы передать тело нашей дорогой сестричке на этой земле. И поэтому у нас будет такой порядок. Во время, когда будет петь хор, прежде всего родственники, я попрошу, чтобы вот эти стульчики, которые там немножко раздвинули в сторону, немножко туда, в правую сторону, родственникам будет позволено для того, чтобы они с телом своей мамы, своей бабушки, своей жены, а потом все остальные могут пройти также, проходя мимо тела и выходя в ту сторону, и мы будем совершать сам процесс погребения. Пожалуйста, псалом. Мама, это семя мне мира, Бога, оно ласки любви. Сила, и нас охраняла в любви.
Но уж тихо придется то, что насадила рука. Чтивать, и тогда улыбнется счастье в жизнь печали твоей. Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют, где с блаженною рекою воды чистые текут? Да, мы встретимся с тобой. Чудною рекою, там с неумолкаем мой хвалою, Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там посреди мы с тобою вечный день тебе настал. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там все молкаем мой хвалой. Чудною над чудною.
холодною рікою. Там сливо краєвой хвалою. Ісусу ми будем Хорошо, братья и сестры, да пребудет мир Божий, утешение со всеми вами, и особенно с родственниками нашей ушедшей сестры. А сейчас мы приглашаем всех, тех, которые находятся на этом месте, отправиться обратно в церковь, для того, чтобы мы разделили общение друг с другом, для того, чтобы мы с вами могли еще иметь добрые воспоминания о том, что происходит в жизни человека. Поэтому пускай Господь благословит каждого из вас. И мы совершим последнюю молитву, закончим ее благодатью. Боже наш, благодарны Тебе, что по милости Твоей мы совершили это служение, Господи Боже. От Твоей руки, Господи Боже, сегодня мы видим добрые дни, Владыка, которые Ты даруешь для всех нас, Иисус дорогой. И поэтому еще раз и еще раз, Господи, просим Тебя, дабы Господь утешение и мир Твой, Он посетил сердца народа Твоего. Мы за все Тебя благодарим, вечный, славный и сильный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Да благословится всемогущий Бог с миром Божьим. Братья и сестры, еще раз всех-всех приглашаем назад в молитвенный дом, где будем иметь обед. Встречаемся там. Thank you.
What? We're done, right? Yeah. Okay, good. That's so many people. Huh? I did. I,